те сыдва рада пока рванули туда, нафиг нас фрегат не приблизится. Ну, а с Манталория на бете фрегат. Еще третий будет, а у них четыре, навряд ли потом. Но то на всякий случай, что если отсюда еще пробегали. Забывание. Ну, не настрапали мир, чтобы поезд упасть. А то все равно сакра, мы тут не будем. Вот. Если тут хотя бы не уедет, если сейчас вот это. Ну, космофабрика не рада вещь. Мандалориан Тур Battle Station был готов. Ну, мы как бы распределили, да, балансово. Ну, нам надо военную базу какую-то вещь. Ну, в смысле, подразвить поинты. Поддержки. У нас вроде ни одной базы не было. Ни одна какая-то проекта. Тут один фрегат на Манталориан вернется. Победой, так сказать. Вот, сука, два хода, он говорит. Ну, три. А им атаковать отсюда раз и два. И может, не успеет. Ну, может, если смотри, куда полетит. Их флот. Ну, их хватили. У них нету, никто не возглавляет. Одну минутку, госпожа. Да мы на ракетических орудиях точно что мы добавим к 100% магнетрона, который еще только в обороне. Ничего. Глубинный сканер. Распознает планету при входе корабля в новую систему. Без необходимости посещать каждый объект по отдельности, но эта штука может дать разведку. То есть там показывают эти, какая, сколько обороны в поле. Ну там 100 атак и 200 защиты. Другие планеты. Ваши изыскатели совершили открытие, Ваше Величество. А, модификация лазерной пушки. Усиленный лафет, энерголовушка и беглый огонь. Ну, скоростного. Ну, типа стрельба на скидку. Стрельба на скидку. У нас нету гадких лазеров там сейчас. Все равно магнитро. Ну, в смысле, это и будет гадких лазеров. Усиленного эффекта нет. Ну, десантно было 20 туров, да, 20, не 4, 14. А нам бы что-то такое. Чё нам? Глубинную добычу. Ну, вверх. Ну, генераторы. То есть, когда были везде мрачные планеты, ну, где там гравитация, ну, низкая, это ещё так тебе высокая, это вообще кошмар. Генераторы гравитации. Но обязательно. Обязательно. И все они, Сильвера. Сильвер их. Ну, больше даже можно теневая вера. Создает на планете искусственную силу тяготения, подходящую на сиденье. Ну, при легкой констракции должен быть. Беды.
Система перемещения себя так не особо зарекомендовала. Ну, а дополнительно, типа, крейсеру, там, тревожение, можно даже эсминцу, а фрегатом. Ну, их есть форсажные двигатели, так. В основном двигатели, гипердвигатели, форсажные. Нам, чтобы сюда продвинуться, ну, ближе просто стать, чтобы быстрее эти 40 бит. Ну, под момент, если будет, как рано просвечить. Крейсер. Ну, крейсер очень долго проходит. Он мощности тратит, он выжирает мощность. Все на него уходят. Крейсертура долго. А в этих фрегатах пересчитали фрегатов, огневая мощь будет больше. Но они тоже тратятся, если они не особо лезть. Ну можно там подкрасться, допустим. Но вот восстановить атмосферу не нужно. Меркулиты. Они крутые, но они там на чуть-чуть будут отличаться. Вот то есть у нас сейчас 40 урона. Сплит боеголовка. Ньюкшин. А тут 25 и без обрыва. Потом станет 50. Ну, то есть такой какой-то микроприрост. Вот, ну хороший, да, вариант. Прирост населения плюс 15. Ну. Это когда много населения, там продакшн, допустим, исследование 3. Один мегаюнит на исследование, один или трое там. В агро, ну, в агросистеме, да, и на продакшене кто-то там есть, или тогда прибавить микробиотику, ну, под него подкорректировать, чтобы быстрее выросло население, но потом все равно. Ну, вроде может прибить этот диод. Торможение. Ну, когда вырастает население, оно медленно нарастает. Ну, потому что и жертву, ну, еду поглощают. Центр клонирован плюс 25 на четверть, скорее, на все это деньги, а тут микробиотики. Искусственная гравитация. Лаборатория, мы еще не готовы 30 уровней. Они говорят, что... Изыскатели желают исследовать эту технологию, госпожа. Ну, изыскатели хотят лунную лабораторию. Но мы не потянемся. Нам констракшн там усилится. Рабошахтеры только тут. А глубинная добыча. Вот геологоразведка. Производство плюс 2, но не все планеты это будет. Ну, столица это все летом. Приносит дополнительные очки конструкции производства. Исследование на ячейку у нас вообще это вот никогда ничего не дало. И плюс один расход 3, наверное, плюс один только на ячейку. У нас выгода была от 3 и выше. Количество юнитов. Мегалимитов. Кредиты на них населения плюс 1, то есть можно вышить, да? Увеличить мораль. Если везде там стоит такая плюс 1, там будет. Ну, если много уже, не 3, а там 5, 7, 10 юнитов на планете, да, там. И по планетам там плюс 50, да. Ну, то есть не быстро, но да. Ну что, вот это вообще... Неактуальный протон на тропена, да. Ну для военной базы на 14 тур. Чем мы даже не надо вам вот срочно для души там. У вас модификация электромагнита будет на 30 туров. А что-то ну эффективное не вещь. Тахионный локатор отдали.